Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Дата не случайная. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с кровотечением. Ее жизнь удалось спасти благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. Ежегодно в России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови.